Люди из других стран и континентов имеют разную культуру, внешность и традиции. Сегодня методисты Первой Одинцовской библиотеки рассказали воспитанникам детского сада о трех народностях – русских, индейцах и населении Республики Коми. Сегодня у нас такое мероприятие, посвященное межнациональным отношениям. В наше время это сейчас очень важная тема, актуальная. Индейцы – общее название коренных народов Америки. На территории центральной и южной части существовало порядка 400 племен. Они занимались охотой и земледелием. Их отличает особый боевой клич. Готово? Давай! Для малышей устроили веселый конкурс, где, разбившись на пары, они изображали наездников. Для детей игра – это средство познания окружающего мира и самая доступная форма деятельности. Теперь они с легкостью могут ответить, кто жил в вигвамах и носил перья орла на голове. Узнал, что индейцы носили, шалаши делали сами. И еще мне запомнилось, как мы катались на лошадках. Подобные мероприятия не только помогают детям открывать мир вокруг, но и учат дружбе, любви и терпимости. Карина Яряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».